пришло только что. Вы сами все видите. Картинка шокирует, безусловно. Это реактор Викрон Пацифик под Сиэтлом. Утром нам сообщили об этом. Вынуть весь свободный салон. Предположим, что это Скоординированная атака на западе. Прямая трансляция с места событий. Похоже, главарь КВА по кличке Аид решил сделать заявление. Дорогие граждане мира, вас охватил страх. Вам страшно, потому что вас заставили проснуться. Бывают дни, которые не забыть. Воспоминания, которые жгут нас до самой смерти. Где был ты в тот день, когда все изменилось? 4 года назад некто попытался разрушить нашу жизнь. Он попытался обрушить наш мир во тьму. Нам казалось, что мы никогда не вернемся домой. Мы справились. Вместе. Когда вы были беззащитны, мы дали вам нашу силу. Когда вы были тяжело больны, мы вылечили вас. Когда настал хаос, мы дали вам порядок. Стабильность, защиту, шанс начать все сначала. Кто мы? Мы путь в будущее. С 2,5 миллиона в таких вот лагерях. Не курорт, конечно, но их кормят, поют, охраняют. Все за счет Атласа. Да, у КВА хватило духу поселиться здесь. Твою мать. Погано выглядишь. 22 дня подряд. У КВА нет выходных, и у нас тоже. Вас понял. Они собирались переселять людей назад в следующем месяце. Но тут пришла КВА, и теперь все заблокировали. У них наша цель. Мы знаем, где он? Доктор Пьер Дануа. Он в больнице в центре города. Выдвигаемся. Мы 4 года охотимся за Аидом, а его главный подельник вдруг взял и сам приполз. Просто блеск. Связаться с ним. Я уверен, он в порядке. Они сказали, что возьмут их, чтобы испытать. Помните, один пакет на сектор. Как только ваша ДНК будет занесена в систему, вам дадут задание. Учтите, хотя подход у нас гибкий, и мы хотим, чтобы вам у нас понравилось, задание будет соответствовать. Секунду, капитан. Идет сканирование. Пожалуйста, подождите. Какого черта КВА делает в Детройте, босс? Брошенный город. Ни полиции, ни свидетелей. Отличное место, чтобы что-то спрятать. Или кого-то. Все в порядке. Удачи. Гидеон! Торос, все готово? Можно ехать. Байки готовы, время рассчитано. Хорошо. По коням. Включись ко мне. Вруби автопилот. Браво 2-1. Доктор в госпитале. Время пошло. Вас понял. По синей точке 5 минут. Помните, брать живьем. Он поможет нам найти Аида. Понял. Конечно.
берем север, вы двое юг. Транспорт на Бейт-стрит. Вас понял. Обнаружено движение в 100 метрах к северо-западу от вашей позиции. Мы будем посматривать.
Там еще! Жми! Раненый! Я его отсюда не вижу! Джокер, что у тебя? Мы у Пацана Бейтс-стрит. Везде солдаты КВА. Беглый огонь. Мы почти на месте. Биометрический трекер его поймал. Он все еще в госпитале. Хорошо. Нужно убираться. Выдвигаемся. На этой улице нам негде укрыться, босс. Грузовик, укрываемся за ним. Госпиталь. В 100 метрах. Пошел. Джокер, прикрой нас. Толкай! Любой ценой.
Вспышка! Выбей дверь. Не стреляй! Митчелл, взять его. Когда видел Аида? Я не скажу! Все они так говорят, а потом визжат, как свиньи. Ты думаешь, это что-нибудь изменит? Ты не знаешь, на что он способен. Теперь нам всем конец! Конец! Не сегодня. Упакуй его. С радостью. Мечом, за мной. Идет подкрепление. Мы вам поможем. Хватайте доктора и уматывайте. Лучше знать, кто меня прикрывает. Это секретно, друг. Ты думаешь, ему можно доверять? А у нас есть выбор. Что это было? Хрен его знает. Байкам. Двигаем. Пророк,
Цель захвачена. Забираем его для допроса. Гедеон, конец связи.